кошмар. Чё там? Забастовки кругом. Куда едем? К югу. К югу. Перелет на птиц, что ли? К югу. Постель будете брать? Мне лично не требуется, я в гости выхожу. А вот им потребуется. Они ведь к югу едут. Да, нам потребуется. Давайте. 2 рубля. Какие 2 рубля? За 2 постели. А что, за постели отдельные платы, что ли? Отдельные, отдельные. Платите скорее, мне некогда. Мися, дай 2 рубля, пожалуйста. Понятно. На минуточек. Загороди меня. Зачем? Я достану. Доставай, доставай. Чего ты? Сейчас мы достанем свои рублишки из чулочка и отдадим. Жена у меня боязливая. Говорит, возьмут да свистнут наши рублишки. А кому они нужны? Верно же? Да. Болтун. Пожалуйста. Первый раз едешь, там? Ага. Первый раз, точно. А что? Доверять людям надо. Вот вы едете со мной, а деньги спрятали вон уж куда. Деревенские свои замашки надо оставлять дома, в деревне. А если уж поехал к югу, как ты выражаешь, ну, надо вести себя уж обстоятельно. Или сиди дома, не езди. А куда это к югу? Юг большой. На Кудыкину гору. Слыхали такую? Там новый курорт открыли. Ну, что это ты сразу в бутылку-то полез? А что это вы сразу тыкать-то начали? Я же вам не кум, не сват. О, да мы, оказывается, с гонором. Вот так вот, дорогой товарищ. Я бы на вашем месте вот эти поганые ухмылочки-то не строил. Вы же от этого мне не сделали. Слушайте. Да пошел он. Вы все-таки это научите себя вести, как положено. Вы же не у себя в деревне. Если вам сделали замечание, должны прислушаться. Научись сначала ездить, еще жену с собой тащит. А что это тебе моя жена-то? Что тебе жена-то? Вань! Что жена-то моя? Ну, вы знаете, припадочного себе не стройте. Видали мы и таких, и всяких. Не раздувайте ноздри-то, не раздувайте. А то ведь как сел, так и слезешь. Профурсетка в штанах и в шляпе, и в плаще. Курва еще угрожать будет. Сам у меня слезешь, спрыгнешь и по шпалам будешь. Ах так. Прекрасно. Сейчас ты у меня уедешь.